Это «Центральное телевидение». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Ну и прямо сейчас обещанная премьера. В прямом эфире «Центрального телевидения» на нашей сцене артист, чей голос покорил весь мир. Димаш Кудайберген, Игорь Крутой. И это их новая песня, которую вы услышите первыми. На закатном берегу место нашей встречи, а над берегом кружит стая птиц. Словно в первый раз я стою сейчас здесь на берегу, но знать не могу, где же ты, с кем же ты. Скучаю по тебе, а твои глаза и по твоей улыбке, и сюда на зло судьбе я приду опять, нашу встречу ждать. Для кого-то так легко, для меня так сложно жизнь свою начать с чистого листа. Я так не могу здесь на берегу, веря и любя, я дождусь тебя. Где же ты? На закатном берегу место нашей встречи, на закатном берегу я скучаю по тебе. Игорь Крутой, Димаш Кудайберген, спасибо вам. Спасибо огромное, вам. Клевая, классная спасибо, песня. Спасибо, Димаш. Спасибо огромное. Спасибо. Димаш, я так понимаю, скучаю по тебе. Это ты поешь своим фанатам и всем поклонникам, которых ты вживую уже не видел, наверное, огромное количество. Да, но зато они его в эфире Центрального телевидения сейчас увидели здесь, на нашей сцене. Вот, вам огромное спасибо за предоставленную возможность. Да, вам огромное спасибо за песни, которые вы нам дарите во время этой чертовой проклятой пандемии. Вам спасибо, потому что сложилась уже традиция, что мы премьеру приносим вам, и вы первые показываете, тем более эту песню на стихи Игоря Николаева в исполнении Димаша. Я надеюсь, она полюбится. Я в этом уверен. Спасибо вам огромное. Вам спасибо.